Посмотри, сколько видео вокруг, зацени. Эти ролики, мой друг, подпишись. На канал ты не забудь, поставь лайк. И комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па, ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па-па-па-па-па. Привет, ребятки, продолжаем проходить второй эпизод Borderlands, точнее, Tales from the Borderlands. Ага, погнали. Мы приехали в городишко. Not to be a downer, but... Да, в которой должен быть база Атласа, но здесь что-то ни хрена не видно. Mostly seeing dry trash. Would it be so hard for just once something to go according to? Нет, не по правилам игр. Enough of this standing around crap. Let's get moving. База должна быть тут, надо быть оптимизмом. Sure, it's not a fancy resort town, but we're not here for a day at the spa. We're looking for a top secret military facility. Они подумали, что он умник. Да, очень похоже. Он так выразился как раз таки. Как засранец умник. Так, ладно, давай осмотримся. Сканировать. Анализ завершен. Сел по PTP. Производство Гипериона. Железяка. Предназначение спутник Стюарт. Конферансье. Изобретатель Лоренс де Квит. Количество рабочих экземпляров 1. Отзывы критиков неоднозначные. Так, что тут еще есть? Анализ завершен, водонапорная башня старой гавани, местные инженеры, это изготовитель, а предназначение там вода. Мэр Хоули смотрит реликвия времен, когда старая гавань именовалась гаванью и была населена не бандитами или трупами. Так, а тут что, смотри-ка. Глянь, что за провода? Анализ завершен, линия электропередач, Атлас. С этого можно начать, да, смотри. Проводит электричество к удалено, питается от удалено. Следует перед тем, как тебя, используя ужасы Атласа. The fuck? Надо было все остальное просканировать, а потом к проводам перейти. Ну ладно. Бог с ними. Так, вон, смотри, ничего, это тут у нас какая-то... Давай, умный парень, скажи, что это. Я недостаточно умен. Power lines everywhere. They've got to be connected to something, right? Right? Так, окей. Ух ты, чтобы увидеть направление линии, эхо глаз, окей. Так, ну вон, ты глянь, смотри, вот здесь вот что-то есть. Это ж можно отодвинуть, да? Ну-ка. Потянуть рекламный щит, давай. Опача. Чё тут у нас? Оторванные провода какие-то, да? Так, распределительный щиток. Изготовитель Атлас, модель киловатт Зевса. Статус работает, и вновь Атлас наносит удар по окружающей среде. Скорее всего, электричество получает с использованием органики, при добыче которой погибло много маленьких зверюшек. Доступ. Сейчас провод там сверху как бы покажет себя, тот, который оторван, видите ли, да? Вставить провод... Ставить провод. Ну, собственно, нечего вставлять-то. Maybe this? А, вон что, смотри. Что происходит? All right. Так, окей, подожди. Ни хрена это, ничего. Мы громкоговоритель включили, блин. Так, а если сюда подключить? Окей, let's see what that does. И... Спутник, да? Да, спутник заработал. All right, now we're on to something. Думаешь? Давай попробуем в крайнюю правую сунуть. Да ёпта это! Сейчас опять громкоговоритель включу. Maybe this? Да. Сейчас опять скажешь. Right. Нет, не говори, пожалуйста, эту фразу. Это так долго, когда ты это уже сделал. Давай. И ну. Давай сюда. Третье отверстие. И... О!
глянь. Джиперион. Джиперион, точнее. Неужели? Что это? Что мы там включили? Ну-ка, глазик. След разрыва? Что? Что за... The ground's different between here and here. Ну-ка, давай-ка. Здесь ни хрена, а вот тут... Во! Вот тут ни хрена. Хороший итог, наверное. Так, хорошо. Давай поговорим с Сашей и с Фионой. Hey, guys. Hey. Hey. Поговорили? Можно я заберу свой ботинок? That's a nice sock. No, really? I mean, because, you know, a good pair of socks is an often overlooked detail of a gentleman's wardrobe. I'll try and remember that. Yeah, so... You want your boot back? I would love my boot back, yes. Don't say I never gave you anything. Thanks. You're a lifesaver. А она что, таскала с собой ботинок в кармане где-то у себя? Блин. Что ж, ладно, спасибо. Кстати, а что вообще случилось с Феликсом? Не надо, наверное, говорить. Пойду-ка я дальше искать вход. Well, I'm gonna get back to it. We'll be here. Да, спасибо за помощь. Мусорный контейнер. Ну-ка. Сканируй. Мусорный контейнер. Производство Даль. Предназначение — собирать мусор. Объем 4 кубометра, 2400 пустых банок или 8,6 человека. Цвет мохитовое безумие. Иногда предметы или деньги, но вообще кто куда? Кто туда деньги кидает? Вообще были случаи. Мы как раз первые деньги, по-моему, в мусорке и нашли. Ну-ка. Закройся. Заберем все наверх. Че такое? За... Ты что, серьезно? Ты же не оставишь ботинок там внутри, а? Придурок. Ew, gross. Окей. Опять рука наполовину в текстуру. Господи, это же нарисованная анимация. Могли бы работать, а бесит. Так, ладно, смотрим. Распределитель щиток. Анализ завершен. Распределительный щиток. Изготовитель Атлас. Модель Киловатт-Зевса. Статус работает. Благодаря исследованиям Гипериона установилось, что сотрудники Атласа оставили холодильник открытым на всю ночь. Доступ. Так. Found another one. Ага. Нашел еще один. Так, а тут что сделаем? А что сделаем? А. Вообще похоже, что их три, да? All right, that's two. Да, похоже, что их три. И с учетом того, что он с крыши сразу же слез, понятия не имею, где искать второй. Хотя там стрелочка была. Может, и тут что будет? Piece of shit. Давайте вот сюда отойдем. И здесь начнем смотреть через глазик. А, вон, смотри, он. Вот он еще один. Очень-очень легко было, тоже под стрелочкой. Да и вон нашел его. Гораздо быстрее, чем мы. Энергосистема старой гавани на удивление хороша. Учитывая, что она питает заброшенный город. Типичная расточительность Атласа. Доступ. Мы, кажется, нашли сначала вторую, потом третью, потом самую легкую первую, да. Отличная очередность, Дима. Потрясающе просто. And... There. And there. Готово. Воу. Ты посмотри. А вот вам и база. Охренеть, ты посмотри, реально. Ноль 4D, 02B, 01A, 03C, 05B. Корпуса взлетели в воздух, как на дрожжах. Перед нами, собственно, открылся What? Путь. There was a secret entrance there the whole time? Есть такое дело. Must be our facility.
Underground hidden doors! Atlas, man. Atlas, man. So what's next? Well, ну что, пойдем туда? Whoa, easy! Watch where you point that. Мы должны идти быстрее, тихо. Alright, everyone, here's the plan. The key to this is stealth. We stay low to the ground. Don't. Да, да. Как всегда, слушают мой план, просто пипец. Я тоже, это наверняка обидно. Но мне было бы обидно. Ноль один А. Тот самый первый корпус. Окей. Бро ор бро. А, нет, подожди, бро ор бот. Атлас. Как символично, а? Тот самый Атлас из греческой мифологии, который держал землю на своих могучих плечах. This is a massacre. Да, тут нехилое такое месиво было. Crimson Lance, these guys are serious badasses. Watch your step. Whole place could be booby-trapped. If this place is as valuable as we think it is, they might be trying to protect it. I don't see any signs of sensors or tripwires or anything like that. But still, you might be right. Booby traps? Are you serious? This isn't some ancient temple or something. It's just an Atlas facility. This drunk guy is up on me. That we needed to find a hidden entrance for? Okay, that's a valid point. Да, действительно. Я вообще нажимал из расчета, что это типа испуг. А тут видите, издевка была. Типа ловушки, правда? Да. А я думал, он такой типа ловушки, правда? Ни хрена себе, действительно надо быть на страже. Так, ты глянь. Мистер $10 million. Ой-о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 й. Сначала я подумал, что это красавчик Джек сначала, но потом увидел, что Вон тоже отреагировал. И понял, что это кто-то телесный, так скажем. А, Васкис. Recent bond, new little playmates, right? It's very good to meet the two of you. It's a shame we couldn't be meeting under different circumstances. Bond, Reese, you didn't think I'd have August handling all my dirty work, did you? There are some things. Как ты мне надоел. Грузчика не будем пока использовать. I'm so sick of this. Would you just screw off already? I bet there are loads of other people on Pandora you could be tormenting. True, but none of them have the Gortis core. Гидро Гортиса? Loaderbot. Что? Arm weapons or something. Твою мать, Вон. Come on, guys. You didn't think I'd come all the way down here before grabbing a universal remote, did you? Ну, универсальный пульт управления. The Gortis project, the two halves of the core, everything leading to a vault. We got it all. Checkmate, amigos. Какой позор. Так, грузчик, подожди. Я знал, что на тебя есть право. Это сделал Вон, это не я, если что. Я тебя спасу. That's your problem. And that's why I beat you every time. Hugo, listen to me. Fiona, Sasha, even Vaughn, this isn't their fault. This all comes back to you and me. I stole the money. I stole your deal. Everything that's happened up till this point is about me trying to screw you. So let's just you and me work it out. А, ты договорились, походу, да? Work it out. Work it out. I'll work you over, you little asshole. Oh, you guys cannot believe the dream I just had. Holy crap. Wait, what the hell is this? Didn't I just do this with this guy? Kiddo, I admire your consistency, but, God. Oh, and who is this princess? Wait, son of a... Shock other people. Oh, yes, I knew about that. Don't touch the cores, August. Thanks for the heads up. Jackass.
They're gonna have to do it for us. You'll cooperate, right? Because I figure if you don't, well, I can think of all sorts of things to do to your little friends. We don't even know how these cores work. Yeah, we barely even know what this Gordis thing is. Fair. I vote we figure it out all together. Ну тут, в принципе, не можешь заставить. Не умеешь, научим. I'll take my soon-to-be-dead janitor here. You take Miss Fancy Hat down the other one. Boys, you keep an eye on these two. Especially this one. Don't believe a thing she says. Oh, how sweet. Yeah, you sit tight. Get your hands off me! Either of those two move, you shoot them where they stand. Reese, I'll admit it, you and Vaughn have impressed me, and that sort of thing doesn't happen often. I'm surprised you've made it this far. Hugo Vasquez, there's something I remember about this guy. What the hell really? Is it? Really? It's unbelievable. You must have had some sort of help. Couple of death jockeys like you. I'd say нам помог красавчик, нам помогли друзья. Нам помогли друзья. As far as you have, my friends are out there. Нельзя говорить про Джека. We actually make a good team. Oh, that's sweet. And now you're all gonna die together. I guess so. Bummer. Just when you were making friends. I mean, you might think of me as a self-made man, and for the most part, you'd be right. There was this time when I looked up and admired one man in particular. The most impressive person I've ever known. He's gonna say me. Handsome Jack. You idiots always say me. Still can't figure out who he is, though. We had this special rapport. He would do this thing where he would punch me in the face whenever he'd see me. It didn't matter if he was busy. He always made time for me. Он даже не помнит тебя. Как печально. No, still nothing. I punched my mom, for Christ's sake. Just boom, right in the kisser. I was drinking from a mug when he got me one time. I hate to break it to you, Vasquez, but what you're describing is... You don't get it. You don't. The point is, I was his punching bag. Oh, man. He thought we were exclusive. That's adorable. I miss our time together. Ah, this drives me crazy. It's right there. It's on the tip of my tongue. But through me... His legacy carries on. Ай-я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 й. Чего приуныл, придурок? How did you get paired up with an asshole like Vasquez? No, he's not so bad. He's just a little dumb. Valerie, the woman I work for. She's got a lot of politics up on her head, Vasquez being one of them. Problem is, we tried to cut her out of the deal. Hmm. Obviously, that was a bad idea for a lot of reasons. The fact that the vault key was bullshit being first and foremost. Well, Valerie found out about it, so now we've got to convince her that whatever comes out of this room is worth more than the $10 million deal we tried to slip under her nose. Then, hopefully, she doesn't kill us all. She ever talk about me? What? Sasha, did she ever talk about me? You guys are sisters. I figure you talk every now and again. Just curious if she ever mentioned me. Oh yeah, all the time. Really? Well, she can't stop talking about how much of a moron you are. You're funny. Look, I just want you to know, as far as you and I are concerned, there's no hard feelings. That is so generous of you. I'll think about that when you shoot me in the back. Come on, don't be like that. You're the one that hustled me, remember? No, не есть. Его слова доля правды, конечно. What I was trying to provide for you. Some guidance, some mentorship, a father figure. I was trying to help you. The janitor gig, it was to test your mettle, your resolve. And I gotta say, you reacted with some balls, kid. Some big old balls. You see, Reese,
I started at the bottom, and I worked my way up. I used to be in the mailroom. Whoa, wait a minute! Wallet head! Купюроголовый. Он все это время пытался вспомнить. He used to be bald, and he was going through these hair implants, and I would stick money to his head. It was hilarious. But it was a long time ago. Ask him about it. He'll tell you. Ask him about it. Спроси у него про это, говорит. Go on, seriously. But that's a pretty big difference. Волосы почти как настоящие. Come on, I'm handing you comedy gold here. Are you gonna ignore this? You know what I've always found so impressive about you? It's that hair of yours. I mean, so natural, so realistic. Those implants are just the best. I was trying to be nice to you. Этот угорает. Let's get this over with. Купюроголовый. That's good. Oh, that's right. Now when I take your corpse back to Helios, I'm gonna make sure they save me your hair before they start experimenting on you. It's always nice to have options. Yeah. Whoa. That's legitimately creepy. Да, да. Джек охренительный. Это, между прочим, главный злодей во второй части, по идее, да? Главный босс второй части Borderlands. Эх, может, и стоит пройти первую, вторую и третью. Ну, не третью, а эти. Пресиквел. Чё, реально делать это? Не очень-то и хочу. Ладно. I just need some reassurances. That was just about the money and nothing else. And relationships have to be built on trust. I don't know if I can take Sasha back without it. How do you even start a conversation like that? At this point, I assume she's just embarrassed. Ну что, будем злить его? Sure, getting caught wasn't part of the plan. August, you're pathetic. So you're saying I shouldn't take her back? Hey, we all make mistakes. I've certainly made my fair share. Who am I to judge? You're pathetic. Yeah, I heard you the first time. Well, here we are. А могли его, типа, запудрить ему мозги еще раз? Stalling won't do you any good. Что ж. Come on, are you stalling? Странно, что этот парень, Август, я имею в виду, не видит то, что на другом конце. Рис уже воткнул детали, там. Вот, да, и там появился этот читок. No. Придурок. Еще один. Тот тупой, но ты пипец, ты просто побил рекорд. Нельзя было посмотреть, что ли, на ту сторону. Итак, Рис и Фиона летят вперед, окей. Другу. А теперь что? Детали соединятся и что-то произойдет. Hey. Hey. You guys have a nice chat? I can't imagine he's too happy with you guys. At least that's the vibe I was getting. I hate that son of a bitch. I kind of picked up on that. Gortis unit ready for assembly. Они уже вернулись, а ты глянь. We got it! We got it! Чё ж делаем? I guess that's our cue. Придется двигать, да? Я думал, система полностью автоматизировано в этом плане тоже. Ну ладно. Толкайте. Ну давай. Keep pushing. What exactly do you think I'm doing? Да давай же, ну. Что-то хреново.
Ой! Палец охренел уже, давай присоединяйся уже. А, да. Мой палец сейчас пойдет покурит. И в душ, и спать. What is that? That is a metal ball. Очевидно, да. How's this gonna get us into a vault? Какая разница, мы не можем его оставить. Может, это ключ-хранилище, наш единственный козырь. Очевидные вещи не буду говорить. Maybe it's some sort of vault key. It doesn't look like any vault key I've seen. Oh, please, the only vault key you've seen was the fake one you tried to sell me. This is true. Да-да. Okay. Just grab the thing and let's go. Все серьезно? Не очень-то хочется. Ну ладно. Он же крутился только что. Эй! Лови! Ты же любишь это дело. А ты не могла словить, что ли, самое? Фу, блин. Smooth one, idiot. Эй, что такое? Здрасте. Вы что это творить-то вздумали, а? No, it's fine. See? Uh-oh. Didn't like that, VC. Did not like that one day. No problem. Everything is okay. И что делать? К ним они тоже прилетели. Ладно, это уже не так плохо. Хотя, блин, там... Ну, вон и Саша. А это опасно. Ну? Кому-то из вас придется действовать прямо сейчас. Да какого черта, слышишь? Subsystems, man. I can hack into these drones and I can almost guarantee no one dies. Unless you want them to. Probably. Just let me in. Что, реально впускать, что ли? Понимаю. Vaughn! It's under control, trust me. What? No, listen. We can take over the whole facility, kid. We've got this. I'll do it! Жаку нельзя. Нельзя доверять. Давай Фионе. Фионе. Низко. Ты низко подбросила. This is how you're saving us? Just throwing things? No, I think it's supposed to explode. Что за... Это что? Что произошло-то? Мне теперь жутко, конечно, интересно, что же будет, было бы, если бы я Джеку доверился. Но на этом эпизод закончился. Странно. В следующем эпизоде... Старые знакомые. Первый куш. Какие дела? Какие дела? Ну что ж, на самом деле, как оказалось,
мои варианты. То, что я выбирал, очень популярно среди тех, кто играл за Риса. То есть то, что я выбирал, играя за Риса, очень популярно. А вот то, что я выбирал, играя за Фиону, отнюдь очень-очень непопулярно. Не странно. Плюс, так, 11% не захотели кастомизировать. 22% сказали Саше, что помогут. Plus picked inside Sasha gift. Типа посмотрели на Сашин подарок 18%. И 30% выстрелила Финча из электрическим дамаго. Жесть. 80% рассказали Вону про Джека. 64% решили полететь туда, куда мы полетели. 89% дали бро фист Вону. И 63% доверились Фионе. Такие дела. То есть, в принципе, велик процент тех, кто доверился Джеку. Но... Да, ладно. Ограбление Атласа. На этом эпизод закончен. Собственно, да. Перевод выполнила команда Толмач Тим, за что им огромное спасибо. Музыка, которая вот началась, она была потрясающая. Мы заходить туда не будем никуда. Она была очень интересная. Ищите по названию Lost the Tales from the Borderlands. Наверняка найдете. Вот, увидимся тогда в следующих роликах. Я не знаю, на следующий день будет ли Tales from the Borderlands или новая Игра Престолов. Я не знаю, но в любом случае завтра в 12:00 мы продолжим играть в игры от Telltale. Спасибо вам за просмотр, за вашу активность, за ваши лайки и комментарии. Огромное спасибо, ребятки, удачи, пока. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.